Доброго времени суток всем. Сегодня у нас небольшая распаковочка, тоже мини. Прислали мне тут с Алиэкспресса колебалочку маленькую. И сейчас посмотрим, как она вообще выглядит. Так. Ух ты. Вот интересные такие вот малюсенькие микроколебалочки серебристого и золотистого цвета. Сейчас мы их откроем. Смотрите, ребята, она по росту очень маленькая. Постараюсь поближе поднести к камере. Форма у нее немножко такая изогнутая. С обратной стороны написано, что вешает она всего 1,5 грамма. Для ловли на мормышинг ультралайт, я думаю, очень интересная будет. Здесь у нее глазки такие трехмерные нарисованы, чешуйки и один крючочек. Очень маленькая, смотрите. Прям малюсенькая. Так, ну-ка, крючочек. Ну, крючок вполне так нормальный. Я думаю, местным окуням очень нравится. Размер ее можно, в принципе, замерить. Так, в длину она получается 2,5 сантиметра. Вот такая вот микроколебалочка, просто шикарная. Так, это еще одна, но они, в принципе, одинаковые, серебристого цвета. Расцветка у них либо серебро, либо золото. И взял я еще колебалочку еще более меньшего размера. Выглядит она как малек такой золотистый с красными точечками. Она где-то в половину этой. Вот смотрите. То есть вообще маленькая. Сейчас мы ее замеряем. Получается, у нее общий размер около 2 сантиметров. Вешает она тоже примерно где-то грамм, может быть, 1,5, не помню, забыл. Крючочек у нее хороший стоит. С обратной стороны тоже сделано здесь несколько углублений, выемок, видимо, в воде, чтобы она переваливалась из стороны в сторону. Но вот эта штучка мне прям очень понравилась. При первой же возможности прицеплю на тарапарку и попробую половить окуньков. Блесенки вообще огонь. Зачетная. В принципе, можно попробовать даже зимой их прицепить и в отвес попробовать соблазнить окуньков. Я думаю, что, в принципе, им может это понравиться. На крючочек что-нибудь еще одеть. И все. Если кто любит ловить на всякие микро блесеньки, микро приманки, то вот это вот, я думаю, очень интересная штука для них будет. Вот, смотрите. Вот ноготь размер. Чуть больше ногтя. Ну-ка попробую вот так. Сфокусируется, нет? Чуть подальше. Очень интересные блесенки попались.
И в ближайшее время, я думаю, мы их опробуем. Если интересно, ссылочку оставлю внизу. Переходите, смотрите. Много всяких интересных блесенок маленьких есть.